Да. Да. Преди месец, слава на Бога, ние с Алексей имахме разговор заради това, че ни трябваше звуков оператор. И слава на Бога, той сега е тук. Да, мы, знаете, мы несколько лет были без звукооператора. Няколко години сме били без звукооператор. Да, и, конечно, иногда по ушам резала. И звукът не винаги е бил добър. Да, так что слава Богу. Знаете, написано в Библии, проклят всякий, делающий дело Господне небрежно. В Библии это пишет, да? Проклят всякий, който прави Божието дело. То есть мы, если переведем, мы скажем, добре, что благословен всякий, делающий добросовестно дело Господне, да? Ако, правильно, да? Ако преобразим, това ще звучи така, че всякий, който прави Божието дело, правильно, да, поэтому, знаете, написано «вся слава Господу». Пише «цялата слава е на Господа». Ну, мы должны благодарить друг друга, да? Но давайте, Алексей, да, мы тебя благодарим. Спасибо. Благодарим тебя, Алексей. Слава Господу. Благодаря. Слава на Господа. Да, присаживайся, пожалуйста. Да, еще, знаете, у нас есть один невидимый, у нас здесь проходит служение.